Тут мало. Бомбочка, бомбочка, пожалуйста. Есть. Бомбочка, это хорошо. Ой, пожалуйста, пожалуйста, перчатка, перчатка. Перчатка, я хочу перчатку. Ах, перчатка ускакала. Да. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Дуда-плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы сегодня играем в Бурито Бизон. И у нас ананасовый шлепок сейчас получит Бертаник. Вот сейчас. На, получи! Есть! И отправляемся мы мочить этих желейных мишек. Желейные мишки! Давайте, давайте поближе, поближе ко мне. Побольше мишек, давайте, вот. Мишки что-то бегают. Деньги, спасибо. 80 монет. Ну, немного, конечно, но все равно. Чем больше мы их пробьем, тем больше заработаем. Опа! Мишки, 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 давайте мне силы. Медовые мишки. Где кто? Почему никто не бегает? Никто не бежит. Мишки-карьеришки были сверху, но слишком высоко. И мы зарабатываем 750 монет. Что весьма неплохо, и всего у нас 13 тысяч, но мы хотим с вами купить... О, есть, сколько? 280, нифига себе! А, 280. А с того мы получаем 160 всего лишь, прикинь. О, давай, бочки. О, чуть не туда я прыгнул. Ох ты, полицейский, гад. Ладно. Давай, прыгай, прыгай. Вот, бочка, бочка. А, до бочки чуть не прыгнул. Так, сможем пробить? Пробили. Пробили? Да ну нафиг. Скорость-то была слабая. Хорошо. Так, желейки, желейки. Все. Все, кончились. Кончились у нас силы. Сколько заработали? 800, нормально, 14 тысяч. Но нам нужно 22. 22 монеты и 22 тысячи. 22 тысячи монет. Офигеть. Это очень много. Но мы насобираем. Но все равно мы уже больше. Все равно хоть немножко больше мы зарабатываем, чем мы начинали с вами играть в первой серии. Помните. Даже. Ох ты, видишь, и мы и стены стали пробивать лучше. И сюда этих мишек стали тоже пробивать. Давайте кто-нибудь. Че тут одни мишки бегают? Полицейский мне не интересен. О, ракетка, хорошо. О, перчаточка. Раз, два, три. Вот, уже 800 монет, ребята. Вот, уже под 1000 заходит. Нормально. Давай, давай, давай. О, денежка. Ой, спасибо. Ах, полицейский меня словил. Гаденыш. Ах, полицейский. Эх, сколько? Полторы... Ой, 1500. Вообще неплохо, 15000. Еще немножечко, и мы откроем нового чувака. Ох, не успел я его ударить, конечно, да. Я, конечно, поспешил. Прыгай, прыгай, бизончик. Давай, давай, на ракетку. О, на жвачке. Ой, как хорошо. Давай, 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 давай. Разбивай этих ребятушек. Ух ты, все, пробиваем стену. Видишь, замечательно, что мы стали стену пробивать. Вот, смотри, мишек мы. Надо нам, короче, ударную силу увеличивать. Знаешь, зачем? Мы больше медведей будем уничтожать. А каждая мишка это деньги. И неплохие причем деньги. Вот я не знаю. Сколько там пробивная сила стоит у нас? Все, силы кончились. Посмотрим в магазине сейчас. Сколько у меня? 16 тысяч. Пробивная сила сколько стоит? Ударный пилот. Ага, улучши, чтобы удары были сильнее, достигали больше высоты. Так, это пока... Ну, тоже классная вещь, но пока не будем покупать. У нас Гумдальф. Мы хотим Гумдальфа. Угу. А здесь что мы можем купить? Поедатель тортов. Ну, в принципе, здесь я такого и не хочу ничего покупать. О, мы можем шоколадного зайца купить. Блин, да. Хочется и зайца, конечно, но мы откроем все-таки Гумдальфа. Гумдальф у нас стоит, правда, дороже, но ничего страшного. Так, давай, сейчас этого сунем. Нет, подожди, сейчас, 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 сейчас. Во, есть ударчик. Хорошо. Опа, опа. Давай, 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 давай. Прыгай, прыгай, прыгай. Перчатка. Ах, не успел, не успел на перчатку. Денюшки, есть, деньги, 80 монет. Круто. Вот теперь вот этих желейных мишек. Желейные мишки, они, короче, больше денег приносят. Но что-то их очень тут мало. Бомбочка, бомбочка, пожалуйста. Есть. Бомбочка, это хорошо. Ой, пожалуйста, пожалуйста, перчатка, перчатка. Перчатка, я хочу перчатку. Ах, перчатка ускакала. Да. Вот и покупай перчатки. 18 тысяч. Мы потихонечку приближаемся к Гумдальфу. Давай этого сейчас.
Опа, получи, Гарри в бочке. Ну, он меньше денег продает, но ничего страшного. Во, давай, давай. Бизончик, ты чего? Давай, давай. Давай этих ребят, шлепай. Шлепай, ребят. О, так, раз, два, два. Ах, все, разбомбилась она. И у нас желейные мишки, мощные, сладкие, вкусные, медовые медвежки. Медовые медведи, давайте. Желейные медведи, медовые, вкусные и много приносят денег. Давай, 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 прыгай, прыгай, прыгай. А, все, все, еще. О, давай, давай, еще немножечко. Ой, хорошо. Молодец. Молодец. Все равно немножечко, но мы что-то да, заработали. Сколько заработали? А, заработали мы 1200. 19 тысяч. Ой, совсем скоро мы откроем Гумдальфа. Так, этого сейчас стукнем. Получай последний удар. Нифига у него там удары какие, 160. А тот 280 приносит. Тут поинтереснее. Также и шоколад заяц будет больше приносить. Но. Лучше я Гумдальфа все-таки открою. Ух ты, монеты. 120 монет, нормально. Вот, нифига у нее скорость она развила, да? Давай, 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 давай. Монетки, монетки. Ах, монетки убежали. Ну давай вот этих желейных мишек. Еще немножко. Ой, ракетка, ракетка, пожалуйста. Есть ракетка. Ой, прыжок, прыжок. Ой, что-то я последний раз не очень хорошо прыгнул, да? О! Монеты, монеты, быстрее. Есть, собрали. 80 монет, нет, не так уж много. А будет монет потом улучшить. Мне кажется, будет больше монет. Давай, давай, прыгай, прыгай, прыгай. Ах, нет, полицейский, нет. Прыгай, прыгай. Ах, полицейский нам попался, поэтому и не получилось нам выиграть. А заработали мы 1800. О, чуть-чуть до Гумдальфа не дошли. Сейчас мы скоро Гумдальфа получим. На, ты получай, Бертаник. И мы идем дальше. Давай, Бизончик. Заработай нам на Гумдальфа. Вот, нам нужен Гумдальф. Там будет куча денег, я, наверное. Наверное, не знаю. О, ракетка. Ах, прыгалка, прыгалка наша. Во. Монетки. Давай, 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 давай. О, Бизончик, ты чего? Давай, давай, еще прыгай. Во. Бомбочка. Есть. Ох, хорошо. Так, что-то полицейских много здесь бегает. Посмотрим, откроем ли мы Гумдальфа. Ох ты. Нет. 22 нам надо. Не открыли. Давай, дечуля. Получи, Бертаник, шлепочек. О! Прыгай, прыгай, прыгай. Вот эта девчонка, она больше, кстати, мне кажется, денег приносит. Ох ты! Это был карьеришка. Карьеришка, она помог. Да, помогает, не помогает карьеришка, но бывает, что дает денежек. Так, всего лишь у нас 300 монет, так мало. О, давай, 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 давай. Перчатка, 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 перчатка. Нет, перчаточка. Перчаточка убежала. Ну что ж. Сколько? О, 22. 500. Есть. Мы откроем сейчас Гумдальфа. Можем, конечно, и ударного пилота улучшить, но нет. Берем Гумдальфа. Так, сейчас посмотрим, появится ли этот Гумдальф. Или нет. Посмотрим. Ух ты, нормально, карьеришка. Спасибо. Где Гумдальф? Раз, два, три. Ох, нифига какой прыжочек. Ага. Да, скорость неплохая. Давай, давай, не теряй скорости. Прыгай, прыгай, прыгай. Ракетка. А, ракетка. Давай, 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 давай. Вот так, хорошо. Карьеришка. Да. Ой, бочка, бочка. О, вот он, Гумдальф. Смотри, это Гумдальф. Коснись и толкни. А в смысле, как толкни его? Что-то я не понял. Гумдальф, ты чё, 15 тысяч стоил? А, 22 тысячи мне стоил. Гумдальф, как тебе, как с тобой играть? Вот это мы открыли Гумдальфа, которую непонятно как играть. А, приклипер разблокирован. А, ты теперь можешь купить и улучшить этого желейного мишку в магазине. Приклипер. А ну-ка посмотрим. Давайте его откроем. Приклипера этого. Так, а ну-ка, сколько он стоит? Этот приклипер. Где? Здесь его нету. А, вот он. 225 тысяч. Приклипер. Сбей их с надувной подставки. И переедь, чтобы лопнуть и получить награду. О, ну он дорого очень стоит, 225. Я его не смогу купить. Вармишка. Так, ладно. Лучше, чтобы повысить сумму имеющихся у них денег. А-а-а.
Понятно. Надо будет улучшить, хорошо. Желейный Роджер. Так, он у меня, в принципе, открыт. Ну, смотри, еще что-то еще есть. Так, тоже. Интересно. Ладно. Эх, что же у нас получается? Получается, что этот Гумдальф, непонятно, как вообще с ним играть. Лучше, чтобы увеличить сумму денег в сундуке, повысить скорость. Да, ладно. Ладно, знаешь, что будем открывать? Шоколадного зайца. Но денег-то у нас нет. Денег-то нету, а надо денег, кучу денег-то для шоколадного зайца. Но ничего страшного. Ну, хоть этот Гумдальф будет появляться, наверное. Где Гумдальф-то? Вот он, Гумдальф. Да как тебя, Гумдальф-то? Как с тобой играть-то, я не понял. Не понял я, как с Гумдальфом еще пока играть. Ну ладно, надеюсь, разберусь. Ну хоть Гумдальф будет появляться. Чем больше всяких таких штук интересных там. Вот Вармишка, например. Гумдальф, там еще он какой-то там летит. Я уже забыл, как его зовут. Тем лучше, тем интереснее будет. Больше всяких таких вот штук. И интереснее будет. Ладно. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч, дорогие друзья. Всем пока-пока.